Очередная посылка не из Китая и не из розетки, а с Улыкса. И здесь у нас должны быть инструменты для удаления клещей. Я, естественно, на новой почте это уже все вскрывал, чтобы проверить, продавец мне выслал именно эти инструменты или нет, потому что через наложку оплачивал. И почему купил именно на Улыксе, а не у китайцев. У китайцев тоже эта штука есть. В принципе, как бы на Улыксе их и берут у китайцев, а потом перепродают. Но у китайцев надо было мне ждать как минимум 2 недели, а надо было срочно удалить у кошки клещей. И пришлось мне купить на Улыксе. По цене где-то одинаково, что у китайцев. Там от 25 до 35, что на Уликсе. Я находил даже за 25 такие вот два гвоздодерчика. Но там чувак попросил предоплату, а так как у меня на карточке была только 20, не получилось там у него купить. Купил у другого чувака на десятку дороже за 35 по наложке. И эта вся фигня мне через новую почту обошлась 100 гривен. Так что вот смотрите, как бы цена одинаковая что на Уликсе, что на Алиэкспресс, но с учетом доставки и наложки и всей фигни выходит эта штука 100 гривен. На Алиэкспресс тоже можно взять за такую же цену, за 35, но доставка будет подольше. Не за 3 дня дойдет, как вот я взял на Уликсе. И как же этой штукой пользоваться? Этой штукой пользуется просто. Поддевается вот этим таким вот гвоздодерчиком клещ вот сюда, вот, чтобы он сверху был, и вот под него так вот просовывается. И делаются такие вот круговые движения по часовой стрелке. И он вывинчивается, клещ лазит с кота. Намного это удобнее делать, безболезненнее для самого животного, потому что вот первого клеща я выдирал руками, вот, получил боевое ранение, кошка вырвалась и зафигачила мне полностью коготь на всю глубину палец, потому что больно и когда просто его тянешь. Этой же штукой безболезненно открутанул пару раз, и он вывинчивается. Кстати, рассказывают, что даже можно у людей вытягивать этими штучками. Некоторые, конечно, рассказывают, профессионалы, что надо у людей вытягивать или специальным пинцетом, или там как-то ниткой умельцы народные делают, я не знаю, но я видел видос, когда вот этими штучками и у людей выкручивают клещей. Так что штука полезная и нужная. Особенно в этом году какого-то хрена их развелось немерено, этих клещей. Кошка как гулять не пойдет, где-нибудь там пошарится и находит этого клеща. Что за фигня, понятия не имею. Раньше такого не было. Так что инструментик полезный, в хозяйстве всегда пригодится, особенно кто ходит гулять там на природу, шашлычки, вся фигня, или по лесу грибы собирает, эта вот штука пригодится. Стоит копейки, но если, конечно, не выписывать через новую почту, а через Алиэкспресс, и в хозяйстве пригодится. Ссылки под видео оставлю на Алиэкспресс, где такие вот штучки можно заказать. Если хотите, конечно, можете и заказывать на Уликсе. Кому было полезно это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео.